Опасное состояние атмосферы. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Thank you.
Доктор Ю! Морган! Сюда! Офицер Кул, мы не можем открыть дверь. Сюда тут же ворвутся наши друзья. Поднимитесь на мостки, мы вас впустим. Оператор. Вы заказывали на Земле развертыватели? Заказывал что? Развертыватели. Это такие устройства. Устройства? Что они делают? Ну, я не знаю. Я думал, вы мне скажете. Это что, шутка такая? Я занят. Вы же конструктор, да? Я подумал, вы можете знать. Вы явно не понимаете, чем я тут занимаюсь. И нет, завертыватели я не заказывал. Развертыватели? Спросите у инженеров. Спрашивал. Я у всех спрашивал. Никто его не заказывал, никто про него не знает. Странно. Ладно, может, зайду вечером и взгляну на него. Это было бы круто. Спасибо, Лейн. Да, без проблем. Thank you.
Внимание! Прибытие грузов Земли временно задерживается. Персонал направляется на разбор предыдущих поставок до следующего распоряжения.
Доктор Ю, я снова хочу поблагодарить вас за спасение. Я надеюсь, что вы меня помните. Доктор Игве. Дайо Игве. Ваш брат Алекс поручил мне исследовать нейромоды. У меня есть один, но без матрицы. Приберегал его, но, наверное, сейчас самое время. Вот, он вам наверняка пригодится. Микрогравитация расстраивает мой вестибулярный аппарат. После крутящегося ящика нужно прийти в себя. Я чувствовал, как он вращается. Желудком чувствовал. Я впервые испытал головокружение и клаустрофобию. Наверное, есть нейромод, который это лечит. Морган? Я думала... Не знаю, что я думала. Рада вас видеть. Транстар организует спасательную операцию. Я была в топливном хранилище. И тут начался пожар, и все забегали. Но они бежали не от огня. Там были эти силуэты. Я остановила огонь и пыталась добраться до электросети, когда Эл, офицер Роуз, вытащил меня. Я рада, что он это сделал. Я не знала, что происходит, и про этих тварей тоже не знала. Все мои коллеги погибли, да? Может, взрыв на складе топлива устроило одно из этих существ? Они разумные? Они это спланировали? Говорят, спасательные капсулы не сработали. Все? Как это могло произойти? Если бы я успела добраться до источника энергии... Рани рассказала о том, что произошло в Дендрарии. Значит, прятаться негде. Рани рассказала о том, что произошло в Дендрарии. Значит, прятаться негде. Как это все произошло? Если бы я сумела потушить пожар, я остановила его распространение, но могла сделать больше. Эти припасы собрали офицеры. Они не для вас.
Роуз. Это Роуз. В первом отсеке ничего. У вас надежный источник? Да. Еще раз все осмотри. По слухам, контрабандист перевезет груз в течение следующего цикла. Может, дадите мне этот классный шлем из лаборатории психотроники? Дела пойдут быстрее. Не смешно. Извините. Осмотрите все еще раз и доложите. Конец связи. Спасибо, что доставили к нам Чодри. Она все еще в шоке. Я рад, что вам удалось спасти Рани. Что он делает? Боже мой, он... Меня сейчас стошнит. Он сделал еще одну такую штуку. Просто вытащил ее труп из Йенаха. Трупа? Может... Не знаю, может, он его спас? И это все еще Йенах? По-твоему, похож? Сэм, если со мной такое случится, убей меня! Сара нас вытащит. Всегда вытаскивала. Здесь безопасно. Пока я проверю периметр. Я тут зарабатываю на жизнь. Капитан Лазар вон там. Не говорите ей, что я это сказал. У них ни капли почтения к нашим мертвым. Бездействие сводит меня с ума. Но лучше, чем смерть, конечно. Офицеры находили светящиеся структуры. Прозвали их кораллами. Их делают пришельцы, но непонятно зачем. Эта тварь, она как будто вплетала Йенаха в одну из теней. Спасибо, что спасли Кейт. Не думаю, что кто-то другой сумел бы, даже Лазар. Доктор Ю, слышал, в грузовом отсеке вы нашли труп контрабандиста. Там наверняка есть и другие. Нужно спасти как можно больше людей. Я его знал. Не думал, что он занимается контрабандой. Считал его другом. Наверное, плохо к нему присмотрелся. Откуда, по-твоему, они... Черт, от одного вида этих тварей меня тошнит. Раньше я хотел, чтобы мы не были одни во Вселенной. Теперь нет. Я часами наблюдал за ними, и до сих пор не знаю, сколько их. Они могут быть где угодно, в ком угодно. Спасибо, что спасли офицера Чодари. Она же в порядке? Вы видели их золотую штуку? Она прекрасна, но приводит меня в ужас. Ну как вы тут? Держите строй? Ждет вас. Строй? Вы о чем? Поговорка такая. В смысле, у вас все в норме? А, да, офицер Говорят, Роуз. Доктор Игве дрейфовал за бортом спасибо. В контейнере. Рад это Если слышать. Если бы он там остался, мог бы нас пережить. Доктору Игве повезло. Хорошо, что вы там вовремя оказались.
Капитан Лазар хочет с вами поговорить. Мы только что узнали, что вы еще на станции. Офицер Хаяси, доктор Ю. Доктор Ю, я готова. Никто не пройдет. Спасибо, что спасли офицера Чодори, доктор Ю. Она рассказала о телепатах. Алевтина, давно вас не видел. Пожалуй, 100 лет. Буду считать, что это комплимент. А, как же я ненавижу ждать. Мы проверили все снаряжение Игве. Никакой органики, он чист. Я буду присматривать за Игве. Он потревожил каких-то зверей и может сделать это еще раз. Шеф Лазар хочет с вами поговорить. Доктор Ю, вы были в жилой секции? Вы не видели там мою жену Николь? Когда я в последний раз говорил с ней, она направлялась туда. Если вы ее найдете, сможете привести сюда? При мысли о том, что она может стать одной из этих тварей, я... Доктор Ю, сожалею, это было неуместно. Простите.
Не знаю, кто обслуживал спас-капсулы в отсеке жизнеобеспечения, но надеюсь, они поплатились за свою халатность. Мы не можем ждать вечно. Экипажу нужна наша помощь. Чёртовы капсулы, ни одна не работает. Комплект боевых нейромодов сейчас бы не помешал. Доктор Ю? Капитана Лазар волновалась, да, за Кейт. Благодаря вам у нее одной заботой меньше. Не знаю, повезло ли Гиви,
доктору Игве быть здесь. Может, лучше было оставаться в ящике. Здравствуйте. У вас назначен сеанс. Почему Кейт не с вами? Вы ведете ее в холл? Или в свой кабинет? Если найдете выход, уведите доктора Игве. Может, он вам пригодится. Подальше отсюда. Доктор Игве. Оказывается, он выжил. Напоминаю, дуракам везет. Весь груз должен быть просканирован уполномоченными сотрудниками. Вы, передовая линия обороны Талом... ...запрещенных материалов. Немедленно докладывайте о нарушениях. И вы проделали весь этот путь для того, чтобы вернуться на Талос? Дорога одна, через грузовой отсек Б. А там кишат эти твари. Хотя ваш брат уверял, что они не вырвутся из клеток. Как и вы. Код знаю только я. Хотите получить его? Помогите нам с оружием, которое нам должны были выдать при отправке сюда. Сборочный чертеж ликвидатора. Потом... Стоп! Чертеж у вас уже есть. Мои люди сказали, что на фабрикатор подано питание. Ваша работа. Я вас недооценила, доктор. Давайте соберем ликвидаторы и установим их. И посмотрим, как скоро эти твари станут трупами. Мы никуда не идем, но это не значит, что нам нечего делать. Нам нужны турели. Я специалист по нейромодам, но если я как-то могу вам помочь... Псионика. Она работает, правда? Чужие владеют ей. А теперь и мы. Раньше ее считали бредом, жульничеством, псевдонаукой. Надо мной смеялись. Но ваш брат... Ваш брат не верил. И вы тоже. По крайней мере, до эксперимента в лаборатории симуляций. Как они ошибались, скептики. Как мы все ошибались. Но я знал, предвидел, если угодно, что я на правильном пути. Если мы не перебьем этих тварей, они все равно сюда проберутся.
Эти транстаровские ППН-8 показуха. Много с ними не навоюешь. А вот с турелями ликвидатор у нас будет шанс выжить. Пониженная гравитация. Thank you.